Вот есть у нас боевой щит участник. Боевой участник. Вот. Мы считаем себя правоприемником 77-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая базируется на территории Республики Дагестан, Российской Федерации, город Герой Каспийск. И сама бригада формировалась так, как я там служил. Я свою службу начинал там. Я прослужил 3 года в этой бригаде. Вот здесь боевой путь бригады уже самостоятельно, откуда начинался путь, с одного меня, вот как я сюда зашел, в Харьков, потом в Крым. В Крыму вот тут нарисовано, как мы надавали люлей пиндосом. И вот уже боевой путь, уже который здесь, в Донецкой Народной Республике. Вот здесь прошел. Здесь перечислены все населенные пункты, где, какие числа участвовали мы в боях. Вот здесь есть список. Вот конкретно регионы, вот видите, обрисованы, как художник наш нарисовал, зомбированы, вот как зомби вылазят. Вот. Это Западная Украина, Центральная Украина, все остальные регионы, так как у нас там ездят. Еще есть какая-то надежда на то, что они вернутся к нам. Европа, Азия, Украина, а остальное все это Россия, гербы, регионы, с каких регионов к нам приезжают. Люди приезжали и служат сейчас. С каждого, вот все, что здесь есть герба, с каждого этого региона есть у нас люди, которые служат. Ну, грубо говоря, интернациональный батальон